61 Мадонна стала экономной. Нет, чтобы выкинуть порванные колготки. Взяла и зашила у нас на глазах. В сети тут же откликнулись российские пользователи. «Шить на себе – плохая примета. Памяти не будет», – говорила моя бабушка. Написали в сети. Воспоминаниями Мадонна не дорожит, она постоянно меняется. В 61 выглядит молодежно. Это в жизни, а на сцене ее образ мадам Икс, секретный агент с повязкой на глазу, в корсете и кружеве. Вот ее легенда. Она шпионка, глаз подбит на задании. Как Джеймс Бонд, мадам Икс путешествует по миру и приносит свет во тьму своими танцами. Джеймс Бонд, ваш ученик. В семье Мадонны танцуют все, за завтраком на кухне, да где угодно. У Мадонны 6 детей, 2 родных и 4 приемных. Особенно энергичны младшие близнецы Стелла и Эстер. Но и британский сноб, сын Мадонны и Гая Ричи Рока, тоже разучил пару движений. В недавнем клипе именинница надела свадебное платье. Она снова в пиратской повязке. Может, у нее синяк под глазом, предложили в сети. Мадонна показала лицо. Все с ней в порядке. «Свадьба в клипе, а в жизни я променяла любовь на славу», — сказала Мадонна. И даже кавалер в пиратской повязке не способен ее взволновать. Мадонне 61.